решил я провести эксперимент. Вот поставлю, думаю, кастрюлю. Сколько ж он съест, этот Марсик? Посмотрю. Давай, давай, ешь. А то вы вечно голодная. Это голодная. Эту я закрыл, чтобы не мешало. Сиди там. Я ей там дал, она уже съела. А вот посмотрю, сколько же Марсик съешь. Бедный, да ты ж давишься. Ну вот давай, вот, вот сейчас, вот видите, земляне, полная кастрюля каши, каша, куриные головки, колбаса ливерная. И вот я посмотрю, и вы посмотрите, сколько ж вот это существо съест с этой кастрюли. Давай, давай, ешь. Я наберусь терпения, подожду. Марсик, смотри, не упади в подвал. Марсюнчик, ого, ничего себе. Ну, ешь, 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 ладно. Все, ешь. Марсик, ну ты хоть Мирочки чуть остал. Мирочка, ну ладно, потерпи, что-то ж останется. Наверное, там на донышке у Марсика. Марсюнчик, ну ешь, ешь, ешь. Что, что, все что ли? Марсюнчик, и куда ты пошел? Тебе не видно. Ну, да, ну я понял, перерывчик небольшой сделай. А то уже, видишь, стемнело даже. Или наоборот, посветлело. А это ждет. А это ждет. Ну, ешь, ешь, ешь. Хоть раз ты наешься, сколько следует. Земляне, кто-нибудь делал такой эксперимент? Кормил свою собачку? Вот прям целое ведро ей ставил? Сколько ж она съест? Вот я сколько не даю, они вечно голодные. Думаю, может быть, я не докармливаю? Может быть. Эту я там отдельно кормлю. Я ей тоже дал, конечно. Но. Что-то чихает, кашляет, но ест. Ну, думаю, ладно. Ладно, все равно кастрюля больше, чем он по объему. Но не должен же он всю кастрюлю съесть. Никак. Марсюнчик. Ну ты ж хоть немножечко Мирочки-то оставишь. Глянь уже сколько. Остановись, Марсюнчик. Уже и ночь на улице. Глянь. Марсик. Ну что же ты так? Может, ты правда все съешь? Что? Все что ли? Не понял. А это кто оставил кусочек? Кому кусочек остался? Марсик! Ну ты живоглот! Ну ты даешь! Вот это все, кастрюли вылезал даже! Боже ты мой, а! Вот это удивительное животное! Земляне, его надо в книгу рекордов Гиннесса. Где ты? Иди сюда! Иди, посмотри! Посмотри, уже он аж стемнело. И Мирка ушла. Она ждала, ждала, не дождалась, пока ты закончишь. Ну-ка иди, земляне. И вылезал все, гляньте. Ой, Марсик. Ну, в общем, ты звезда в квадрате. Или в круге. Вы видели? А? Кто-нибудь может похвалиться, что у него есть такая собачка, которая вот такую ведерную кастрюльку слопает? Хотел сказать, не оближется. Нет, он облизывается. Марсюнчик, ну что? Ну что тебе за это? Колбаску дать, да? Марсюнчик. Ну я тебя, конечно, колбасочкой. Конечно, а как же. Такое дело отметить. Марсюнчик, и руки не дрогнут даже. Глянь. Только вот. Ой. Марсюнчик. Ты просто меня
Я думал, ты не съешь. Я думал, ты так, знаешь, ну, шутка. Все, ты заслужил приз зрительской симпатии. Подожди, сядь, спокойно. Марсик, подожди, я же два слова скажу. Как будто бы ты сейчас не съел целую кастрюлю. На! Вот такой Марсик ненасытный. Пойду варить опять ему кашу.